Человек труда всегда был главным героем нашего искусства. Заслуженный деятель искусств Мордовии Евгений Алексеевич Нострин делает эскиз к портрету Галины Ферафонтовой, одного из лучших бригадиров завода медпрепаратов. В Саранске открылась персональная выставка, посвященная 60-летию и 40 годам творческой деятельности художника. 120 портретных работ. Люди трудолюбивой души, творческого труда, богатого духовного мира. Они встречались с Лениным. Групповой портрет ветеранов партии. Евгений Алексеевич Нострин продолжает работу над портретной серией «Мои современники».